Всем доброго времени суток. Наконец-то у нас вроде как лето. И решил я разведать еще одно местечко на предмет ловли карася мормышингом. Сейчас иду вот в ту сторону. Там где-то должна быть речка. И по данным разведки, там должен быть карась. Сейчас мы это дело и проверим. Есть там что-то, нет там что-то. Ну, надеюсь от нуля-то уйти. А там, как говорится, как масть повалит. Ладно, пойду. Ага, поклевочка. Кто-то стукнул. Ага. Кто-то дергает. Но это не карась. Вроде кто-то клюет. Постучал и бросил. Ну что-то такое тут. На карасика похожее. Кто-то что-то съел. Может, пискари. Ух ты! Обманул. О-хо-хо. Не знаю, видно было, нет? Вот такой карась. Небольшенький, но тем не менее. Знаешь, карасишка здесь есть. Еще попробуем. Пытается клевать кто-то. Ага. Опа. Ого. Это супер пискарь. О, какой жирный. Где суперкарасия? По титановой вершинке очень здорово видно поклевку. Сейчас пару рыбок клюнула, рыбка раззадорится. Угу. О. Пискарь. Да что ты, блин? Еще пискарь. Мне надо карась. Не, мне не надо пискарь. Клюет как путевой. Спиннинг в дугу. Сюда из Танага можно прийти. О. Не знаю, видно, нет будет. О, как.
Сейчас надо по речке пройти, ямку найти с карасем. Потому что пескари сейчас житья не дадут. Пескари! Больше некому. Где карась-то? Пойдем искать сейчас. Где у нас карасики? О! Пескари сразу клюет. Ну ничего, пескари прикольно половить. О, какие. О, кто-то стукнул прям на падение. Пескарь, кому больше некому. Еще мормышка не упала, кончик еще не отыграл, а в руку уже слышно, что кто-то стукнул. О, ух ты! О, блин! Это супер карасище какой-то. О, монстр! Иди! Иди, нормальный карась. Сидит. Не хочет клевать. Кого-то я поймал. Ну, кого-кого, опять супер пескаря. Где у нас карасик-то? Пескарик жирный так. Иди. Долбят. Карась, ты где? Караханде, блин. О, какие тут кандибоберы. Ноги не хрен делать переломать. Посмотрел, там березы вот срубленные вроде. Они не срубленные, они сгрызенные. Может, и рыбы нету? Что здесь подлые бобры где-то шарятся. Сейчас обойду, дальше пройду туда. Может, там есть какая рыбка. О, ну, пескарь. Его поклевка. Нифига не пескарь. У нас карасямба. Клевал как пескарь. О, что-то сегодня карасик неактивный какой-то. О, ух ты, зато неактивный. Ох, какой ядрен выскочил. И убежал. Ну ладно, что ж теперь. Может, не время еще. Прям потащил, прям сходу такой, как... Я уже думал, щуренок, что ли. Мелкие какие-то тут карасишки. На этой речушке. Нападение начинает уже кто-то стучать, но это мелочь. Опа! Тут уже карасик. Уже карасик. Большенький. Может, с Божьей помощью на жарёшку наловлю. О,
О, потяжечка хорошая была. И бросил. Угу. Вот это карасик. Он маленько покрупнее вроде. Все, карасик. О-о-о. О-о-о. Это супер песканяра. А? Уху. Иди. Расклевались. Ну, пескарь. Ага. Нифига не пескарь. Карасям ва. А поклевка как у карась, как у пескаря. О, расклевалось местечко. А я уже уходить хотел. Может, время подошло. Карасю клевать. Похоже на карасика. Ага. Фига. Супер пескарь. О, жирняк. Ну какой монстр. С той стороны вот этого кустика попробую сейчас обойти. Там вот такое ощущение, что ямка. Красишка. Чуть-чуть в сторонке. Прям под ногами. Это сразу его поклевку видно было. Вот как вот эту. Опа. Еще карасишка. Опять под ногами. О. Он с тайками какими-то шастает. Заброс 3 метра. Ага, ага. Поклевочка. О, блин. Монстр. Думал, карасик. Чуть не поймешь. Тут караси как песканы клюют, тут песканы как караси клюют. Нет. Проворонил. Нет, не проворонил. Вот такие карасишки. Сама жарёшка. Опять под ногами. Решил сменить местечко. Вот куда-то прусь. Пока еще можно здесь лазить. А сейчас еще маленько. И тут трава такая поднимется, что...
сотень, что никуда тут не вылезешь и не пролезешь. Здесь живет кто-нибудь-то живет, я надеюсь. Кто-то пытается клюнуть. Пискарь поди опять. Нет, карасик. Карасямба. Бережком стоит. Пытается кто-то. Опа. Еще карасямба. Ну это что-то. Больно маленький. Пускай текает. Кончик у титанового здорово отслеживается. Прям самые такие осторожные поклевочки. Вот кто-то стукнул. Угу. Кто-то интересуется. Интересуется карасямбик мелколастый. Ну ничего, пойдет на жарешку. Ух ты! У нас тут супер пискарь. Иди. Во, бобры нагрызли. Вон. Грызуны, блин. Так, как бы мне к речке-то выползти. Ладно. Огоньки цветут. Красота. Мухи какие-то вылезли с комарами. Так, ну что, где речка-то? Ладно, выползу сейчас. Здесь даже пискаря нету. Наверное, крупняк стоит. Сейчас дальше пройдем. Туда еще закину. Под кустик. Может, там кто сидит. Ага, коряга там сидит. Тащу. Что-то тащу. Какую-то фигню. Ну, хана мормышки. Блин. Ну ты, ё-моё. Нифига не хана.
Даже не зацепилась, а заклинила. Ладно. Попробую-ка мормышечку посветлее поставить. Посмотрим, что у нас выйдет из этого. Всего. Вот такую капельку сейчас. Крупноватая, правда. Да ничего. Может, карась крупняк попрет. Попробуем. Попытка не пытка. Карасиков половил уже. В принципе, можно поэкспериментировать. Мышку я так привязываю. Так же, как зимнюю. Кошм. Комарьё поганое. А попробуем мотыля. А кто его знает? Может, сейчас как карась попрёт. Парыша больше не хочет как-то клевать. Поставим такого мотыля. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет из этой затеи. Ни щуки, ни окуня в ручье нету. Давно бы уже себя проявила. Кто-нибудь из этой братьев бы, если бы здесь были, уже бы как-нибудь проклюнулся. Хочет на мотыля клевать. Так, пойду-ка туда. Пройду там кувшиночки. Не провалиться бы в какую-нибудь дырку. Местечко, красота, да тут карася должно быть немерено. Ну-ка. Что-то не хочет. Немеренный карась клевать. Не хочет, ну, мотыля. Ладно, поставим опарыша опять. Ага, ага. Опа. О, вот супер карасямба. Беги. Убежишь сам? А, какой монстрик. О, о.
Клюет. Ну, карасик какой. И как я его доставать должен? Попробуем. Попробуем как-нибудь. Опа. Вот такой карасишка. Тихо-тихо. Ага. Ну, кто-то клевать пытается. Вот карасик. Клюет только на опарыша. Больше не хочет ловиться ни на что. Ух ты! Песконяра! Жирняк! Где? Ну, клюй уже, что за... мурыжится. Дёрг, дёрг. Ну, ну. Вот так. Опа. Карасямба. Вот. Ближе к бережку подкидываешь. Карасик появляется. Ну, тоже какой-то неактивный. Все. Вот где. Резвый. Тащит прямо уж как... будто там, ого! Кто сидит. Говорил же, карася тут поймаю. Да, на повороте попробовать потом. Местечки самые карасевые. Чего не клюем? Почему не клюем? Клюем! О, блин. Опа. Жирненькие. Классненькие. Надо ребятишек сюда привезти. С маленькими удочками. Пускай полой. О, здесь вот карася немерено вообще. Вот прям чую. Блин, тут даже похерабунить можно. Здесь точно карася немерено. Кукиш, шустряк какой. Сейчас еще маленько половлю и домой. Так что мормышек сегодня неправильный. Ловлю на живого опарыша, рыбу беру,
Приеду домой, нажарю, съем. Вот так вот. А там что хотите, то говорите. Захотелось мне карасей жареных. Люблю я это дело. Силикон вообще молчит. Даже мотыль от Беркли не работает. Обычно он срабатывает. А тут что-то нифига. МЧСники ураган обещали, что-то и не урагана, и не знаю чего. Под берегом тягает. Ха, паразиты. Есть карась, стоит под берегом. Так, ну вот, наконец-то хоть одну мормышку оборвал. Что это за безобразие? Ловлю, ловлю. И ничего не оторвал еще. Ладно. Сейчас что-нибудь поставим. Так, может медную поставить или красненькую? Ну, поставлю красненькую. Муравья. Сейчас поставим такого красного муравья. В прошлом году у меня на красный карась клевал. Сейчас посмотрим, что сейчас будет. Блин. Мухоты какой-то мелкой понавылазило. Ужас. Комаров столько нету. Ни комара, ни мушка. Мухи какие-то мелкие. Заброшу еще раз несколько и поеду домой. Хватит на сегодня. Рыбки половил. Душу отвел. Одним словом, красота. Ого. Пытается кто-то клюнуть, а? Ладно. На этом всем пока.